такие? Пригни голову, Джесс! Ты меня что, не слышишь? Там! Вон там! Держись! Господи, да ты нас прикончишь врачи, придурок! Вы еще живы, а? Опять они! Черт! Кто-то точно на нас наводит! Надо убираться с дороги к черту! Где подкрепление, Марк? А хрен его знает! Они повсюду! Как они о нас узнают? Кто-то сползнул! Кто-то из своих! Кто? Да если бы не мы, тебя бы уже похоронили давно! Кое-кто в Вашингтоне хочет вмешаться в мексиканскую заваруху и ввести туда войска. И многие это одобрят. Однако мексиканское правительство считает, что это можно расценить как объявление войны. Президент оказался в крайне сложной ситуации. Воевать с Мексикой не хочется. Но и гибель 7 федеральных агентов нельзя просто игнорировать. Значит, передайте дело ФБР. Управление по борьбе с наркотиками не справляется. ФБР? Но мы занимаемся картелем Мендосы уже больше года. О, да, оно и видно. Хватит уже, прекратите эту вашу грызню. Я пригласил помощника заместителя генпрокурора мисс Диксон. Она и возглавит вашу специальную группу. Если дело выгорит, получишь остаток. Я не стану тебе врать. Ну еще бы. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Да? Детектив Макол? Еще раз спрашиваю, агент Стоун, проводит ли ФБР операцию под прикрытием против картеля Мендосы? Я хочу попрощаться. Можно? Нет, детка, это опасно. Не надо рисковать. О чем разговаривал ваш отец с Альваресом? Они спорили. Что-то о сделке на 50 миллионов. Я вошла, и они замолчали. Потом Альварес стал угрожать папе. Он угрожал или взятку предлагал? И то, и то. Стоун работал в полиции до перехода в бюро. У него было много друзей. Я хочу туда. Хватит! В надежное место. Вы со мной останетесь? У тебя будет охрана, а мы пока разворошим это змеиное гнездо. Кстати, есть одна идея. Давай. Враг моего врага мой амиго. Видел когда-нибудь столько зелени? Отличное место, чтобы спрятать плантацию марихуаны. Национальный парк Секвойя. И что же УБН нам про то не рассказала? Чтобы славу не делить? Нет, чтобы вы не напортачили. А ваш шеф не взбесится, когда мы спалим его дело? Нам никто слова не скажет, если мы все здесь спалим. Да, виноваты будут оранья. Мы на это рассчитываем. Твою мать! Я же говорил, полный улет. Да хрена травы! И как мы ее всю сожжем? Всю не обязательно. Главное разозлить Ватас. Видишь навесы? Там они хранят то, что уже собрали. Если парочку складов поджечь, этот дым на миле будет заметно. Дозорные с Болт Маунтин вызовут пожарных, а об остальном позаботится служба охраны лесов. Убейте их! Убейте! Береги! Ихо де пута! Убей, ублюдка!
Сашу. Они по мне стреляют. Я слушаю. Агент Гойер, им занялся отдел внутренних расследований УБН. Ну надо же. Его подозревают в том, что он ворует наркотики, захваченные в ходе рейдов, и перепродает их. К тому же он игрок, и у него есть долги. Ну и? Мы надеемся, он выведет нас на тех, кто несет ответственность за взрыв здания УБН. А доказательств нет. Точно. И они нам очень нужны. Напою стрелы мои кровищей, и меч мой насытится плотью живой, и порубает на куски всяческих ублюдков. В общем, что-то в этом духе. Черт. Господи, эй, боже! Не мир принес я вам, но меч, мать вашу! Вы видите?